Итак, шляпка номер два. Значит, когда я ее покупала, она называлась Джульетта, они ее назвали, эти антиквары. Она асимметричная. Вот смотрите, этот носик, я сначала думала, что его надо на лоб. Но когда его одеваешь на лоб, то тут скашивается. То есть, как бы, таким образом вот эта макушечка сделана, что и на фотографии тоже было, что вот здесь должно быть этот мысочек. Вот, отделана она, сейчас я вам покажу, она отделана бисером круглым и таким длинненьким, видите, она такая лиловая. Вот, и вот такая бисерная отделка. И под эту бисерную отделку я тогда подобрала, соответственно, украшение той же эпохи, значит, браслет, колье и клипсы, потому что в то время клипсы делались. Вот, и все вместе, ну, соответственно, наряд должен быть максимально нейтральный. То есть я считаю, что черное платье, маленькое черное платье, потому что при любом другом раскладе уже будет too much. Вот, а так это все вполне. Сейчас сзади показать, да? Сейчас. Вот, так что вот такая вот у меня приобретение новое. Вот это тоже этот наборчик и вот это. Так что теперь надо куда-то в этом выходить. Так что дальше будет следующая шляпка. Всего доброго.